Так, коллеги, у нас два вопроса. Первый вопрос времени. Господин Валерий Павленович, господин посол, как вы оцените перспективы дальнейшего сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Германия? Мы оценим эти перспективы очень хорошо. Германия является основным нашим внешнеэкономическим партнером. Сегодня товарооборот уже подошел вплотную к 800 миллионам долларов. И мы вот на совместной встрече и с господином послом, и с представителями компаний германских абсолютно совершенно пришли к выводу, что это не предел и что надо наращивать наши усилия. Lassen Sie mich drei Punkte nennen, warum ich glaube, dass die Voraussetzungen sehr gut sind. Erstens kümmert sich der Herr Gouverneur persönlich sehr intensiv darum, dass die Wirtschaftsinteressen der Region hier gut vorankommen. Во-первых, господин губернатор персонально очень многое делает для того, чтобы продвигать экономические интересы региона. Ich wollte Ihnen herzlich danken, dass Sie mir und meiner Delegation so viel Zeit zur Verfügung gestellt haben. Мне хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы уделили мне и моей делегации столько времени. Zweitens haben wir sehr gute Erfahrungen in der Region. Wir haben ja Musterbeispiele guter Zusammenarbeit. Ich habe heute Morgen das Gaswerk besichtigt und dort die Kooperation mit Volkswagen und Mercedes. Das hat mir großen Eindruck gemacht. Кроме того, у нас уже есть очень успешный опыт сотрудничества, можно сказать, образцовые проекты. В частности, сегодня я посетил автозавод ГАЗ и видел, как там идет сотрудничество с Volkswagen и Mercedes, очень впечатляюще. Und drittens haben wir die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 im Blick. Hier gibt es ein großes Interesse der deutschen Wirtschaft, sich zu engagieren, und ich glaube, wir haben auch ein großes Potenzial, dies zu tun. Кроме того, предстоит чемпионат мира по футболу в 2018 году. Германские компании проявляют очень большой интерес к проектам, связанным с подготовкой к этому мероприятию. Господин посол, Валерий Павленович, очень сейчас немало российско-немецких производств в Нижегородской области. Как вы сейчас оцениваете состояние вот именно в сфере производства и какие дальнейшие планы? In Russland sind 6000 deutsche Unternehmen engagiert, das allein ist eine bemerkenswerte Zahl, denke ich. В России сейчас работают более 6000 германских компаний, я считаю, что это очень солидная цифра. Die deutsche Wirtschaft schätzt Russland als einen sehr wichtigen und vor allem sehr zukunftsträchtigen Markt ein. Российские компании считают Россию очень важным и, главное, очень перспективным рынком. Es gibt immer bessere Erfahrungen auch der Produktion hier. И в области производства также очень хороший есть опыт. Aber gleichermaßen des Vertriebes und auch des Angebotes von Dienstleistungen. Und insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass die Aussichten für die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen insgesamt sehr gut sind, wenn die Rahmenbedingungen, die nicht immer einfach sind, stimmen. Я считаю, что именно поэтому перспективы российско-германского сотрудничества очень хорошие, по крайней мере, если будут соответствующие рамочные условия, которые не всегда будут приятны. Ganz grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass es zu einer guten deutsch-russischen Zusammenarbeit angesichts der großen Traditionen, die wir haben und der vielen Gemeinsamkeiten gar keine Alternative gibt. Я считаю, что сотрудничество между Россией и Германией будет развиваться наилучшим образом благодаря той традиции, которая у нас уже есть в этом сотрудничестве, благодаря тому, что у нас очень много общего, иначе просто не может быть. Спасибо. Я могу сказать, что у нас уже сейчас около 30 совместных предприятий с германским капиталом. И присутствуют ведущие германские фирмы, кроме названных господином послом, я бы назвал Ротенмайер, Флагхомер, Шот. И можно этот список существенно продолжать вот на наших всех рекламных плакатах. Их там несколько десятков, поэтому кроме объемов компания приносит нам высокий уровень технического прогресса, качества, потребительские свойства и конкурентоспособность. Поэтому мы убеждены, что будут развиваться многие отрасли промышленности с участием германских компаний, и они к этому проявляют интерес. Самое главное, что они все согласны, что у нас хорошие условия. И у нас хорошие географическое положение, логистика хорошая,
и энергоресурсами мы обеспечены. Самое главное, есть политическая воля этим заниматься. Спасибо. Да. Спасибо. Всего доброго.